Ну что ж, дорогие друзья, наш концерт подошел к концу. Я хочу сказать всем большое спасибо, кто в нем принимал участие, а также своим коллегам, которые находятся вот прямо вот сзади вас, да. Они вот много старались, работали. И хочу еще одну вам песню подарить. Если споете, будет здорово. Готовы? Поехали. А знаешь, все еще будет. Южный ветер еще подует. И весну еще наколдует. Перелистаем, встретить нас оставит, и встретить нас оставит. А еще меня на рассвете губы твои разбудят. Если знаете пример, поем все вместе, поехали. Счастье, что оно даже птица упустишь и не поймаешь. Ему добиться тоже ведь не годится. Трудности, понимаешь? О! Понимаешь, все еще будет. Сто концов убегают рельсы. Самолеты уходят в рельсы. Корабли сбиваются с якоря. Если помнили это люди. Если помнили это люди. Чаще думали мы о чуде, реже бы люди плакали. Но, счастье, что оно даже птица упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться. Слушай, не годится, трудности понимаешь. Делились друг с другом, конечно же, со своими близкими и родными. Ну, если у вас будет счастье, у вас будет все. И здоровье, и удача, и многое-многое другое. Ну, а вам большое спасибо за то, что вы действительно такие хорошие, вежливые и сильные духом. И последний куплет. Я его не запру, ты жалость. Я его не запру, ты жалость. Я его не запру, ты жалость. Не искалечу, улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Знаешь, как отказал я встреч. До свидания, всего самого хорошего. Будьте счастливы и радуйте, конечно. Всех нас, ну и другую тоже. Поздравляем еще раз. С таким хорошим днем, днем самых сильных, мужественных и верных людей. Также просьба, не забывайте, пожалуйста, свои вещи, посмотрите, чтобы вы все-все забрали с собой, сумочки и всякие кошелечки и так далее. Хороший концерт был.